Привет. О, Гайрат. Какими судьбами? Ой. Камера идет? Да. Так, это прихожая. Да, прихожая. Ага. Это санузел, да? Да, санузел. Здесь стоит. Туалет. Инсталляция. Здесь, да, вот здесь раковина, вот здесь душевая кабина. По-другому. А здесь что? Это техническое просто помещение, да? Да, вот здесь бойлер стоит. А, бойлер. Такой. Какая интересная, какой УСБ интересная. Да, УСБ. Я первый раз такое вижу. Не, вообще-то первый. Вот такой вот. УСБ надо делать. А он вот какой-то, он такой темный, как будто блестящий, как будто лаком покрашено. Не, вот такой свет. Да? Ну, наверное, хорошее, качественное. Потом гипсокартон крутится. Ага. Интересно. Сейчас я инсталляцию сниму. Интересно. Это ламинат или плитка? А, плитка. О, вот это мне нравится. Простор какой, а? А почему клеенная вот эта балка? Потому что вот здесь есть перегородка, а вот здесь нету перегородка. Ага. Еще длинный. А-а-а. Она хорошая держится, хорошая понятно. Это фанера клеенная, да? А, Эльвер называется. А это покупаете, да? Да. Наверное, дорогая. Интересно. По-моему, одну штуку 20 тысяч чем-то. 20 тысяч? Да. Вот здесь два штука стоит. Ни хера себе. А, раз и два. Не-не, вот здесь одно место, два штука. А, она где-то соединена, что ли? Да. Слушай, интересная вещь. Щели вот это, ага. 8 метров, по-моему. 9 или 8. Я первый раз вижу. А сколько вот это вот метраж здесь, неизвестно, да? Okay. Здесь, да ладно, да я шагами сейчас померю, ничего не надо. Сейчас я так померяю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, 7 метров, наверное. А, 6,60. А вот так вот, интересно, ширину 6,60 на 5,10. На 5,10. 5 метров это хорошо. Да. Так, вот, а вот такой маленький комната вот здесь. Ну, пусть комната же, да? Все равно это комната. Ну, за счет того, что панорамное остекление, оно кажется большой. Ну, ой. Не, можно. Можно, да, ходить. Здесь одну два стоит, стул. Да. Но здесь, наверное, 2,50 все-таки. Кто-то вот не кстати. Да, 2,53. На 3, наверное, да? 2,90. Ага. У меня сейчас спальня такая, там, в том доме. Да? Вот кто это долбит мне, а? Вот кто это? Неизвестно кто-то, да, я брать... Я не беру трубки, я не знаю, кто звонит. Черт побери. Так, а вот эта спальня уже побольше. Да. Ну, хорошая планировка. Да, ну... Ну, здесь, наверное, 3 метра на... Да, 3 на... Чувствуется. 3,50, по-моему. Да. 3,10. Угу. 3,55. Угу. Ну, здесь чувствуется, да. 3,10 на 3,55. А сколько вот высота в коньке? Вот приблизительно. А-а-а. Сложно сказать, да? Метр 60. И 2. Добавляем 2,68. Нет. Метр 60 и коробка 2,10. Вот это вот. Правильно? Нет, до сюда метр 60. А, до сюда. Да. А, внизу на поло 2,68. Ну, значит, 5 метров где-то. Да. Грубо говоря. Да. Хотели бы сами себе такой дом, нет? Хотел бы? Да. Вот планировку такую. А вот это мастер-спальня, да? Гардеробной нету. Здесь без гардеробной. Да, просто спальня и все. Да. Ну, здесь... А, нет, здесь шкаф не поставить. Здесь очень вот этого пространства меньше. Был бы полметра, здесь можно было шкаф забабахать. Ну, получается, шкаф надо здесь ставить. Больше нету.
Эта стенка занята, эта стенка занята, да? Может, либо здесь. Такой угловой, ну, вообще поставить. Здесь можно поставить, да. А потолки сколько вообще метров? 2,50? Здесь 1,68 м, по-моему. А, 2,68, да. Ну, 2,70, грубо говоря. Ну, а в чистоте будет где-то, ну, наверное, 2,65. 2,60. Да. Ну, 2,65, наверное, будет. Да. Ну, да.